Splinter Cell Blacklist для меня был такой темной лошадкой в этом году, потому что, с одной стороны, игра выглядела отлично просто во всех трейлерах, во всех выставках, во всех интервью и так далее, а с другой стороны, предыдущая часть Splinter Cell Blacklist, это Conviction, был слишком заточен под экшен. Стелса было слишком мало, там, где его, в принципе, было достаточно много, пользоваться им совсем не хотелось. То есть, прошел всех, расстрелял, пошел дальше. Единственное, что хоть как-то заставлял действовать по стелсу, это враги, которые мало того, что имели весьма неплохой интеллект, так еще и стреляли так, что мало не покажется никому. То есть пару попаданий по вам, и вы труп. Сам же Фишер стал человеком, который не только ушел в отставку, и все. Он сбивает женщин, он разбивает унитаз головами своих врагов и допрашивает в такой же манере и так далее. Да и с постановкой сюжета было все достаточно плохо. В самом же начале игры Фишеру сообщают, что на него охотятся, и что если он не возьмет опять пистолет в руки, то его грохнут. И через 15 минут после этого сообщения ему сообщают, что его дочь, которая якобы погибла в Дьюбл Агент, не погибла на самом деле, а жива. И вот всю игру нам предстоит не только спасти свою дочь, но и остановить своих врагов. Все, на этом все заканчивалось, и больше никакой глобальной идеи там не было. И вот на этом Splinter Cell Blacklist делает, может, и не гигантский, но уж точно большой шаг вперед. Разработчики наконец-то сделали так, чтобы все, что они сделали в Conviction, наконец-таки заработало. Все идеи, все мысли и так далее, чтобы все это заработало в правильном направлении. Хотели, в принципе, нормальный сюжет? Пожалуйста, получайте. Террористы из Ближней Азии пригрозили США, что если президент США не выведет войска с их территории, то они исполнят в реальность так называемый черный список. И когда террористы понимают, что США не сделают то, что они требуют, они начинают воплощать в реальность этот самый черный список. А как зловеще звучит. В этот черный список входят не самые безобидные террористические акты по всему США. Президент Соединенных Штатов Америки в свою очередь просит Фишера помочь не допустить совершения терактов с черного списка. И для этого она дает ему право в любом нужном случае использовать и применять так называемую пятую свободу. Что это такое, объясню попозже. Фишер, конечно же, соглашается, но как третий эшелон был расформирован в конце Conviction, он просит создать четвертый эшелон, во главе которого будет стоять он сам. А помогать ему в непростом деле спасения страны будут его бывшие напарники и служивцы, те, которым он полноправно доверит судьбу страны и свою жизнь. Значит, президент дает согласие, и все, игра начинается. Мне, например, кажется, что это неплохой прорыв в сюжете по сравнению с Conviction. А что же такое пятая свобода? Это право делать все, что необходимо, чтобы защитить первые четыре свободы. Если надо будет убить мирного человека, выстрелить в сослуживца, даже убить президента, если это понадобится. Сам же Фишер теперь не бьет свою нынешнюю коллегу по лицу, как это было в Conviction, но до сих пор не имеет такое качество, как дипломатичность. Хотя, когда в Conviction спасаешь собственную дочь, а в Blacklist собственную страну, тут согласитесь как-то не до раздумываний. И до сих пор имеет такое качество, как жесткость, черствость и так далее. Даже будет момент, когда напарник спасает шкуру Фишера, но после задания тот на него кричит, что надо было стрелять в противника через него, и отстраняет того от дела и всевозможных операций ее. В общем, Фишеру пальца в рот до сих пор лучше не класть. Если надо будет, он ради спасения своей стороны и напарника убьет, и себе в голову выстрелит, но врагов при этом все равно остановит. А вот с личной жизнью у Сэма, как всегда, жопа. Хотя какая уж тут личная жизнь, когда приходится практически в одиночку спасать собственную страну. Да, дочь, спасенная в Conviction, есть, и с ней можно после каждой миссии созвониться, спросить, как дела и так далее. Она взамен не только расскажет про бывшего наставника Фишера, как он там поживает и так далее, но и расскажет вам свое мнение насчет ситуации, которая происходит сейчас в игре и так далее. Вот такая вот дочурка у агента четвертого эшелона. Алло? Папа? Привет. Просто хотел узнать, как дела. Мне немного страшно. Черный список запущен, и люди сходят с ума. Все попрятались в подвалах. Могло быть куда хуже. Пап, мы будем воевать с Ираном. Все в этом абсолютно уверены. Зависит от президента, малыш. Как быстро она прочтет письмо Грим? А вы... Нет, не буду спрашивать. Идет. О, чуть не забыла. Привет от дяди Вика. Он в сознании? Ты с ним говорила? Всего 5 минут, он все время на лекарствах. Ему... У него все болит. Но он просил передать, что вернется. И что с тебя пиво. Это в его стиле. Я очень рад. Ребенок, у меня к тебе просьба. Не выходи завтра из дома. Хорошо? Ну, ладно. Круто. Пап, я... Не могу объяснить, нельзя. Но ради меня, прошу. Как я уже упомянул, с нами в команде работает та самая женщина, которую Сэм без всяких созрений совести бил по лицу в Conviction. Ну, блин, мужик, да.
Но теперь ни она на него, ни он на нее практически не злятся. Да, пару раз в начале игры она пытается завести разговор с Фишером насчет ее изменений, но он лаконично, как всегда, спустит разговор на пустом месте. Просто давай не будем говорить об этом, и все. Что мне лично и особенно понравилось, так это то, что разработчики дали игроку выбор, как проходить ту или иную миссию. У вас теперь есть три основных способа пройти очередную миссию. Это призрак, когда вы никого не убиваете, а просто приходите, делаете то, что вам нужно, и уходите, и все это под носом у врагов. Это способ пантеры, когда вы пускаете пулю в лоб врага до того, как он вас заметит, то есть стелс. И штурм, когда вы без церемонов заходите и перебиваете всех, кто есть на локации. Пофиг из чего, автомата, винтовки и так далее. Но этот способ я не рекомендую, так как меткость и интеллект врагов достался из Conviction. В конце пройденной миссии вам в специальном окошке начисляются баллы на тот способ прохождения, которым вы пользовались. Если вы пользовались пантерой, то за него баллы и зачислят. Если вы пользовались и пантерой, и штурмом, то зачислят баллы и за штурм в том числе. Но так как хищник самый сложный способ прохождения, то за него, естественно, дают больше очков. Чем больше очков в сумме вы набрали, тем больше денег вы получите. На самом деле, несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что в игре довольно мало новшеств, это совсем не так. Начнем, пожалуй, с того, что у меню у игры теперь вообще нету. Его заменит огромная авиалайнер-база под названием 4-й эшелон. Что-то типа отдельной небольшой локации, по которой мы ходим и смотрим, что делает наша команда, и с каждым членом которой мы свободно можем поговорить. Они нам расскажут свои мнения по поводу выполненной операции и так далее. Все же в определенной комнате мы можем купить новое оборудование или же прокачать нужный нам ствол, как раз таки за те деньги, которые мы получили за выполнение предыдущей миссии. Также, поговорив с определенным членом команды, мы можем прокачать наш самолет, например, поставить на него новые радары, и на следующей миссии нам будет показывать место расположения врагов и так далее. Конечно же, вся прокачка самолета не бесплатна, а за те же самые деньги и так далее. Если честно, мне, например, такое новшество по вкусу. А вам? Также, может, я, конечно, сейчас немного проспойлерю, но тем не менее. В один прекрасный момент вас берут, засовывают мало того, что в другого персонажа, что не было никогда в серии Splinter Cell, так еще и с видом от первого лица. Согласитесь, что такое встретить в шутере, в серии которой главный герой всегда был видом от третьего лица, совсем не ожидаешь. Да еще и сделан такой шутер от первого лица не так уж и плохо, особенно учитывая то, что сами разработчики привыкли работать с главным героем от третьего лица. Переработанная система Mark and Execute позволит игрокам напробежать и каждому врагу на пути абсолютно бесплатно делать эксклюзивные дырки в голове. Но для того, чтобы эту систему применить, нужно как можно больше врагов уложить спать в режиме Пантера. Мое личное замечание по этой системе то, что она в Splinter Cell Blacklist смотрится куда лучше, чем в Hit'em Absolution. Но во всяком случае мне так кажется. Задание теперь мы выбираем на одной большой карте Америки, и когда мы проходим всю игру, нам конечно же дают возможность, если что, переиграть последнюю миссию основной кампании. Но нафига это делать, если в игре одна и та же концовка? Хотя, чем черт не шутит? Также миссии на этой карте делятся на сюжетные, одиночные и кооперативные. С сюжетными миссиями, я думаю, все понятно. Ну, основной сюжет, все дела, бла-бла. А вот с одиночными и кооперативными не все так легко. Одиночные миссии — это простые миссии, задачи в которых самые обыкновенные. Ну, например, достать определенную документацию и так далее. Но эти миссии, несмотря на то, что их можно пройти одному, рассчитаны на кооператив. Ну, представьте себе, вы тихо, без шума, подходите к зданию, в котором одни большие врата, вы красиво подходите к ним и уже хотите их открыть, но вам на весь экран такая надпись: «Двойной замок, нужно два игрока, чтобы пройти через данный участок локации», и вам приходится искать какой-то обходной путь, чтобы проникнуть в здание. То есть, вот такой вот вам облом. А вот кооперативные миссии — это уже те миссии, которые можно пройти только в кооперативе. Логика спасет мир. В собственной комнате на самолете 4-го эшелона, где по полкам в стенах распиханы гаджеты, оружие, можно купить за деньги, полученные на очередном задании, практически все. Начиная со всяческих гранат и одежды, которая влияет на стелс, броню и так далее, и заканчивая цветом свечения фирменных очков Сэма Фишера. Но все же есть одно уникальное оружие, которое в блэклисте у Сэма Фишера всегда под рукой и не раз спасет ему жизнь. Это довольно сильно известный на малайском архипелаге нож под названием Карамбит. Но вам, наверное, он больше известен по игре Call of Duty Black Ops. Там главный герой использовал этот нож для зрелищного втыкания его в затылок врагу в стелс-миссии. Механика стелса не потерпела практически никаких изменений по сравнению с Conviction. Если враг вас все-таки заметил, и перед тем, как вы убили его, все-таки успел поднять тревогу, то враги придут именно к тому месту, где вас последний раз и видели. Неважно где, за укрытием, на трубе или висящим на стене. А на том месте, где вас видели, будет прозрачный силуэт, копия Сэма Фишера. В общем и в целом могу сказать такую вещь. Разработчики пытались максимально креативно подойти к своему проекту, который считается перезапуском основной серии Tom Clancy's Splinter Cell. И кто бы что ни говорил, у них это по-настоящему получилось. С учетом, конечно же, некоторых недочетов, большинство из которых осталось в Conviction, оценка, которую Blacklist заслуживает, по моему мнению, это достойные 8.0. С вами был Миронов Данил. Подписывайтесь на канал, ставьте огромные пальцы вверх, репостите, смело пишите комментарии. Всем удачи и до связи.